Вот такие у нас овечки водятся. Их приводят сюда на лето выпасаться. Они в этом году пришли вон с маленькими овеченьками, с детенышами. А вон там, на той стороне, кричат малыши, которые потерялись. Ну как, они в 5 шагах находятся, но маму с папой они не видят, так что они кричат, что мы потерялись. Поэтому в начале видео все бежали их спасать. Вот тут черный овец смотрит сюда наверх, на те кусочек хлеба. А, они не едят хлеб. They didn't eat the bread, did you see? А, нет, вот он, один его пытается съесть. Вот такие вот классные овцы. Их в том году было меньше. Вон там вот еще на холмике еще сидят несколько человек, несколько овец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Там еще 9 сидят. Вот. Такие они классные. Они тут будут сидеть целое лето, пока не похолодает, и пока они тут не объедят всю траву. Вот. Мы все думали, можно ли перегнуться через перила и стащить одного на ферму поселить. Они вон с бирками все на ушах, попадаются что-то. В общем, вот так вот классно. Тут еще как раз рядышком птичка, которую мы кормим. Вон один баран с какими рогами шикарными. Did you see the horns of this one? Yeah. Oh. Oh, it's the same than last year, I think. We scratch his head and stuff. Did you? Yeah, I think so. I'm pretty sure I scratched the head of this guy. I think I never scratched any head. И вот там внизу сидит наша птичка на гнезде. Тут качество будет не очень, но вот там такое гнездо, там с 10 маленьких яичек лежит внизу, и на нем сидит птичка. Вот мы ей бросаем хлеб, она ради хлеба покидает своих детей будущих и плывет за едой. Мы еще подумали, вдруг, когда птичка с гнезда слазит, то яйца остывают, и, может, мы уже убили всех ее детей. Мы надеемся, что это не так. Вот видно цитадель, и там вот овечки пасутся.